Ох, ебать, у меня карта не прогрузилась, слышь? Это нормально вообще? У меня все летает. А что за бред? Блять. Алло, алло, меня слышно? Алло. Да, тебе да, тебя слышно. А у тебя тоже, да, в небе деревья летают? Не, у меня было просто такое, но оно быстро отгружает обратно нормально. Бля, я точно аспирин принял, блядь. Надеюсь. Четвертый, у тебя есть микрофон? Есть, есть. О, привет. Как оно? У тебя деревья не летают сейчас Нормально. в воздухе, не? Нормально? Чего? Да все нормально. Все хорошо. А насколько нормально? По какой шкале нормальности у тебя нормально? Ну, от 0 до Обкуренный, 10. братан. Чего? Я обкуренный. А, ты покурил? Понял. То есть ты... Да. Русь. Это тоже, в принципе, Чего? адекват, да? Тебя же Руслан, Да. по-моему, зовут, правильно я понимаю? Четвертый. Какой арбуз? Арбуз. Синий арбуз, правильно я понимаю? Чего? Да? Хорошо. Я так и запишем в листочек. Синий арбуз, да? Какие наркотики, говорит, блядь. Слушай, четвертый, давно в эту игру играешь? Какой у тебя уровень? 73-й, да? Недавно, да, начал? Да, братан, я курю, иду сюда, играет, а пап. Этот компьютерный клуб и А, короче вот ты там. еще в компьютерном клубе. Понял. И рядом тоже кричат, Да, да? Обкуренные, наверное. нет, рядом. Да. Нормальный. А тоже нормальный. Такие как ты, да? То есть ты нормальный. Я нормальный. Я не Адекватный. нормальный. А, так ты не Я нормальный или ты? хороший. А, понял. А какие наркотики? Что ты покурил? Это Ну, мед, траву, не знаю, там что ты. Кукурузу. Что ты курил? Бортик сейф. Чего? Пернуть в сейф? Балтика 7, говорю. Саддам Хусейн? Шо? Никит, что он сказал? Переведи, бля, нихуя не понял. Без понятия. Что это там? Бля, ты куда летаешь? Пер Иди он туда. тебе, по-моему, он тебе, пернуть... по-моему, сорт сказал. Я не Пернуть в услышал. сейф Саддам Хусейн, блядь. Трава Саддам Хусейн называется. Саддама Хусейн в натуре. Чисто Саддам Хусейн, Какой да. сейф? Какой Саддам Сейф? Хусейн? Да. А Сейф? слушай, я так понимаю, ты из тех террористов-неудачников, да, которые, блядь, не взорвались? Которые не долетели, да, не Ну да. долетели до близнецов. Правильно я понимаю? Знаете, Он говорит, меня убило, я не долетел до Да-да-да-да. близнецов. Ну то есть тебе надо было на самолете в башне Близнецы, блядь, взорваться, а тебя просто убило, нахуй, ты подумал, что ты выполнил свою миссию, правильно? Бля, ты сам себя слышишь, ты хуйню несешь, вот отвечаю. То есть ты, блядь, Не ты слушай, погоди, бля, ты стой, ты хочешь вообще? террорист-смертник, блядь, а я хуйню внесу, слышь, чувак, не, ну погоди, блядь, давай, нахуй, обоснуй. Блядь, завали, бро, я думаю, ты Да? нормальный. Нет, а, то есть я уже ненормальный. То есть ты, блядь, угнал Да. самолет вместе со своими друзьями, блядь, полетел нахуй в башню Близнецы, блядь, и убил нахуй тысячу людей, а я, блядь, ненормальный нахуй. Ты себя слышишь, ты Я хуйню себя несешь, да? слушаю тут, блядь. То есть ты сидишь накуренный, и ты мне Нет, говоришь, что я просто неадекватный, слушай, блядь. Чего? ты Чего? человек, чтобы у тебя в голове человек был такие А, долбоевские то есть, мысли, блядь, мне понимаешь? наркоман ебучий говорит, что я, блядь, не человек, мне долбоевские мысли, правильно я Бля, ты понимаю? обоснуй, да В ты смысле обоснуй, обоснуй? сам Ты сидел. наркоман ебаный, блядь. А ты еще и Нет, сидел, блядь. А нахуй, ты нахуй мне, сам а нахуй мне сидел. сидеть, блядь? Ну вот весь разговор, Что весь весь разговор твой, блядь, ебать? ты еблан А просто, кем ты блядь. нахуй сидел? Погоди, кем ты сидел, ебать? Давай расскажи мне, блядь. Тебя ебет или колет? Кем нахуй сидел? По какой Ответь. статье, блядь? Давай, расскажи. Ну. Подожди, там загрузка идет, там мозг Ты, плохо блядь, работает. слышал, Эй, ты ебать, ты... С чего ты взял, Ара, что я бля, сидел? баран, ебать будешь? Чист... Ара, баран, баран трахать, ара! Вот, вот и весь ваш Чист... интеллект, вот и Чисто... вам больше нечем сказать. То есть, блядь, смертник, террорист, наркоман, зэк, блядь. Мне рассказывают про мой интеллект, блядь. Я хуею, блядь. Разве вы это, я вас в Что? ут За... отправляю? Не надо, не надо, не надо. У меня еще один вопрос есть. Надо, не отправляй. Пожалуйста. Да, нет, не отправляй. Давай поговорим. Пообщаемся, серьезно.
Что случилось? Как тебя так занесло? Сколько сидел? Пока... Хорошо, по какой статье? По какой статье? Алло, четвертый. Он выполнил свою угрозу, он нас прилетел. А. Походу долетел, да, слышал. Да. Слушай, а если я начну сейчас так делать, ты начнешь заниматься анонизмом в компьютерном клубе или нет? Он такой будет тихо, я тебя уебу. Угу. Я тебя сейчас уебу. Понял, так тихо будет. Ну шо, этот адекват, давай скажи честно. Не, это пиздец. Нет. Нет. Это охуенно. Тут тоже можем даже не подводить итоги, да? Правильно? То есть мы все понимаем. Им можно даже итоги не подводить. Да. Это просто было охуенно. Пиздец. Когда, знаешь, когда ты ему... Нет, знаешь, ты его еще вначале нагружать начал, я прям выпал, понял? Я прям, знаешь, заметил, как ты специально начинаешь нагружать. Ты сидел и начинаешь резко вот так вот просто пулеметом фразы говорить, а он хуя не понимает. Он такой... Потому что наркоман ебаный, бля, понимаешь? Вот этот вот наркоман, я, сука, сидит. Давай мы его даже просто по игре трогать не будем, просто посмотрим, что он делать будет. Давай, блядь. Просто наблюдать за ним. Предлагаю даже просто откиснуть всем и за ним наблюдать. Нет, откиснуть просто нет, рядом с ним бегать и им смотреть. Хорошо, блядь. Четвертый, включи микрофон. Не, это, говорю, это уникум. Вот это уникум, нахуй. Почему так часто пропадаешь, алё? И почему ты мой баран ебал? Да-да. Причём, понимаешь, у него жопа именно вот на этом горел. То есть ни на что, ни другое. Понимаешь, как только я рот открыл, у него попа загорелась. Не, ну на правду говорят, что нельзя обижаться, блядь. Да хуй ты на меня гранаты кидаешь. Стой, не добивай, не добивай. Ебанутый, блядь. А нахуй ты это делаешь, блядь? Ну вот. Пиздец, ебать. Поднимай его нахуй. Идем. Парни вспомнил. Не, подними его, просто подними его. Нахуя? Блядь, давай нормально поиграть, вы чё, блядь? Ну нормально, давай, да. Давай, нахуй. Кинь его. А я не знаю, как меня заглючило. О, всё. О, молодец. Кто? Да, зачем ты в меня гранату кинул, друг? Маленький Децл? Подожди, зачем ты в меня кинул гранату? Да, я зачем? Думал, ты собрался в меня кинуть гранату. Зачем? Не, брат, мне не надо это. Мне это не надо, я просто... Ну все, извини тогда. Все, давай, брат, удачи тебе. Часто в компьютерном клубе играешь? Давай, мы не будем ничего плохого нести, мы просто хотим у тебя поспрашивать. Ты часто в компьютерном клубе играешь? Каждый день. Каждую ночь. Каждую ночь? И сколько ты? Ты всю ночь играешь? Да, до утра, потом иду на пары, короче. Потом иду. Ебать, на пары. Ты еще учишься? Тебе не 65, блядь? Блядь. Но судя по голосу, судя по голосу, ты прошел нахуй Вьетнам, ты понимаешь? Вот реально, блядь. Сколько тебе лет, если не секрет? Четвертый. 19. Ебать. Нихуя себе. Старый уже, нам просто по 15. Не завязывай с наркотиками, это твое, серьезно. Никогда, даже если тебе семья скажет, блядь, чтобы откажись от наркотиков, откажись нахуй от семьи, блядь. Это твое, реально. Ты красавчик. Да. Понимаешь, ты накуренным, у тебя стиль свой есть. Да, да, то да. То есть ты уже не безликая, ты, ну уже, вот. Ты уже не безликий, ты становишься... У тебя есть собственный стиль это просто, главное. Просто понимаешь, если ты перестанешь принимать наркотики, и ты будешь смотреть в глаза барашкам, и они будут на тебя осуждающие смотреть, оно тебе надо. А с чего вы туда побежали? Ебать, я ни разу не попал. А, попал. Да, видел. Правильно, он, Русь? Он внутри дома сейчас находится? Да-да-да, я добрыгнул. Я побежал, я случайно добежал, просто типа увидел. А сейчас пиздиться иду. Понял. Вот внутри дома, да? Да, вот. Метка. Его? Добил. А на кого ты учишься, если не секрет? Прикрой сейчас, прикрой. Прикрываю. Сзади, а сзади со спины, делаю. Сзади со спины отходи. С леса. Не, это перед нами. Нет, впереди с 65 лупят в спину, ты слышишь? Я ухожу. Да, в натуре со спины, сори. Мне почему-то показалось, что это передо мной. Понял. А с кем поведёшься, понимаешь? А, от того и наберёшься, да? Ну да. Подними. Четвёртый, как... Ну, а на кого учишься? И как зовут? Как тебя зовут, брат? Мага. Мага? Понял.
То есть 19 лет ты уже сидел в тюрьме, правильно я понимаю? Это ты сказал, что я сидевший, я не сидевший. Это мы, да, не так тебя поняли? Нахуй мы сюда пришли, скажи, пожалуйста, блядь. У меня здесь тип. Мага, ебашь его, мага! Хорош, мага. Никита, отсюда, куда ты, откуда ты бежишь, меня хуярили. Страшно. Прямо от тебя, блядь, оттуда. Нормально. Страшно. Бывает. Так его мага зовут? Да. Он сказал, его зовут мага. Понял. Мед? Мед. Угу. У тебя мага это полное имя или сокращение? Полное Маугли. Маугли? Понял. Понял. Не знать. Маугли. Угу. Бля, я Балу тогда. Я Балдю, бом-бом-бом, ну ты, блядь... Не, помнишь медведь Балу? Да, помню, блядь. Считаю, вот это лучший персонаж вот, в Маугли. У нас здесь типа стреляют где-то. По мне хуярят. А, сзади. Они бля, спереди хуярят. Не-не-не, спереди, спереди. Спереди, сторон, 250. Со всех сторон. Со всех сторон ебашат. Я внутри здания. Нам зону надо. А скажи честно, к тебе Балу приставал или нет? Алло. По-нормальному. Ну а шо, блядь? Вдруг у него психологическая травма, я хочу узнать, блядь, приставал ли. Вижу, 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 вот. Метко. Вот, 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 вот. А, вижу. Нокнул, одного нокнул. Бля, мне... Я сбрил. Я нокнул. Я нокнул еще одного. Меня нокнули, Арчи. Сможешь подбежать? Бегу. Поднять. Я в сейве. Блядь, не могу, в меня хуярят. А, стой. А, я умер, ладно, забей, я умер. Мы с Никитой померли, брат, один. Понял. Не, со мной еще... Мага, спасибо, брат. Со мной еще Маугли есть. Все, я сгорел, нахуй. Мага, беги. Угу. Бывает. Убежал, блядь. Блять, курить. Давай ты добавляй, ты будешь. Да, по-любому, все, жди. Мы давай, сейчас, давай.